2 вкачан, третій ти шо? І первый скил з метал 140 урона. Погиб. Не бойся. Шо, блядь? Бля, вот чё-чё я не люблю на Сларке ебать агрессировать вначале. Он такой мягкий, пизда, какой он. Если на Сларке не любить агрессировать вначале, ты шо? Ну, он там, очень мягкий. Там всё ситуационно, вот так. Все зависит от героя. Точнее, от человека, который играет героем. Там еще бывают если герои. Если я сильный, блядь, мускулистый мужчина, 2 метра ростом, ебать, плечи там 100 сантиметров, вешу там под 200, ебать, ты шо? Натуре. Натуре. Вот и пизди его нахуй, мышь эта ебаная, блядь, ебашь его нахуй. Этого, блядь, топку нахуй его. Ёпта нахуй. Ты, блядь, боялся. Да ебать, у меня осталось 70 хп, блядь. Ну потому что человек на СК меня подкопал, мы могли бы его раньше убить, ежели. Тебе ботов есть? Нет, хорошо. А еду. Ну шо с ней, блядь? Это молодого нахуй туда же, блядь. Ой, ультик. Она вас разъебет, отойдите от нее. Чтоб она вас не била. Во, вот это хорошо. Но она, по-моему, не сдохла. Ай-яй-яй. Ладно. Ах, блядь. Разъебал, блядь, девочка. Огар ей там подлизывает, сука, заебали они вдвоем. Да-да-да, нормально. Давай дружить с тобой, Грин. Срок, пошли вместе гулять. Пойдем, у меня смок есть. Можем погулять. Че, я подзалечусь? Будет красиво. Да там хуй есть. Можем сларчику слар. Ну вот это слабенький я, конечно. Въебать его нахуй, все, блядь. Хуй хочет. Блять, до ульта чуть-чуть. 7 секунд. Тебе яд, брат, я не могу накинуть свою хуйню. И этого, блять, в топку туда же. Она никуда не уйдет. Уйта жирная. Не-не-не, брат, Тарик. А, или попал, попал. У меня, брат, маны нет ни на что. Заебали! Я попал, я жестко. Сука, сквозь вас пройти просто невозможно, вы заебали. Плюс. Мы чисто бригада, знаешь, такая. Пиздуем друг друга в жопу, блядь, дышим. Кабаная, сука. Кстати, блядь, русский. После вчерашних твоих слов, блядь, подушку поставь. С подушкой сижу, ебать удобно. А, конечно. А ты чё, мы хуйни не посоветуем. Не, я, конечно, могу посоветовать, но... Закон ортопедии! Сейчас, как сильно дух... Мой дух говна ее съел. По в жопе прошибрушал, блядь, и вылезал там все. Отпиздить его. А здесь хуй крутит ульту. Аккуратно. Айс. Там типа пульками док поставил. Что-то я хуёвый ультуки, но я думал, там еще кто-то есть. Или Марса, может, еще недавно пошлёт. Я прячу его, да? За ним я иду. Съебало, молодые. Центрик. Отлично.
Блять, как видят меня. Иу, блять, она меня отпиздит сейчас. Боже, Лотар. Как же он мне помог. Беги. Лети на крыльях ночи. Да, селедки стан не делают. Дагер. Минус дазу. Дальше. Бать, она так верит в себя, это пиздец. А, крыса на сларке. Крыса на сларке. Крыса. Блять, нет, просто одна кнопка в дискорде, блять. Больше нет, не могу разговаривать ни с кем. Так, остро. А какого хуя? А что за хуй? Подожди, стоп. F9 нажмите, я перезайду. Русь, ты меня слышишь? Да, да. У меня кнопки не работают. Вот эти. Я бегу ульту нажимать, блять, не у меня ульта не кастуется. И юл на меня не нажимается, блять, ни одна из клавиш вообще не работает. Странно. Бля, может не будем туда заходить, там вижу, нет, что нет, куда ему. У тебя настройки не сбились. А то ты клинером пользуешься, он иногда удаляет с кэша. Я короче, не пользуюсь им. Он у меня так и не установился, я вот. Только сейчас у вас клинер захотел скачать, установить. Либо нажимай FN плюс Escape иногда. Если у тебя клавиатура Bloody, то с ней бывает. Не Bloody, а Razer. Вот с ней тоже бывает такое. Там тоже, по-моему, есть эти. Не, скорее всего, потому что я только что установку нажал, и из-за установки все сбилось. Типа, альт тапнулся, и дота опять. Ты зашел в игру нормально? Я зашел, все нормально, огранит. Просто, бля, что бы придумать против этой пизды? Марс ебана. Выйдешь первый. Ты меня ждешь. Да, да, нахуй, нахуй, на ХГ пиздится. Я, конечно, долбоеб, который вам ходил в этот, но... Блядь, что за паузы, блядь? Пиздума, ухожу. Ульта не выдает, нет? У нас, сука, и база горит, там две катапульты, и меня надо как... Не-не-не, драка выиграна, нет? Хуй его знает. Да, выиграна. Да-да-да, выиграли драку. Я бегу, Марси сзади. Нет, там Марси сзади. Марси сзади. Убейте ее. Я бегу. Я дэк, там мне кто-то.
Я ж винвист ушел. Откуда здесь вижен, блять? Вот здесь в проеме вижен, как? Откуда? Нахуй. А там доля секунды нет, разве? Да нет. Давай проверю. Это там нихуя. Пиздец, Dota 3, блять. Уже, блять, и винвист ебался. Там бани рошел. Сларк, вонючка, спиздил все мои эти. Бля, он меня заебал, он, блядь, то скилл я у него спиздил, то, блядь, крипов я у него спиздил, блядь. Ну, ты... Нахуй ты у него пиздишь? Скажи мне, кхан. Зачем? И воруй его. А что, Роша появился разве? Да, Роша появился. Ну, это тогда Сларк. Одна. Луна. Раз натопил, луна здесь. Да, они, кстати, хаотично расположены, надо выловить кого-то. Давайте быстро, фастом, блядь, въебал ему нахуй. Да нет, зачем? Да я одного прятал, что они вдвоем, блядь, спрятались случайно. Нах, отсюда. Это иллюзия луны, сучки. Чтобы там крест он на себя накинул, ну, он, а блядь, православный. Ну, давай, Сарк, догоняй. А, уже опасно. Полечи, братишка. Бей, это хуй. Не, она не бьет по стройке, я хуй знаю почему. Понял, она права несколько раз. Сларк? Да полечи, блин, строк заебал. Блять, я не успеваю. Спасибо. Да, попал, блять, я ж в инвизе был. Ну конечно. Центр везде, блять. И, блядь, ой. Ох, ебать, у меня пассивочка 2000, нахуй. Смотрите, что сейчас с ульты будет. А ничего не будет. Это будет тычка, блядь. Мини, брат, ничего не будет. Сука. Короче, я пушу в пизду. Иди нахуй. А, то есть мы видели. Бля, пизда, мне значит. Ну нахуй, Space Created, хлопцы. Ебать, чё пизды им ещё не дал. Блять, вам пушить надо, нахуй, не заходите нахуй туда, блять, за эти телеги. Я пока труп могу яблочко выложить. Можете повязать. Все, повязали. Я обратно забираю. Блять, заебали. Сука! Я соберу сейчас дайгер. Я буду неуловимый. Неуловимый, неуловимый хуй. А заебало это, блядь, Марси, сука, своим носом яйцам не щекотать. Тварь, блядь. Бегит она, блядь. Бегит, сука, проститутка, блядь. Ой, блядь. Я напишу ему в конце, когда трон ему сломаю. Дай бог, сломаю. Вот так, не знаю. И урну ему въебало, бля. Я только сейчас никто не жду. До него выебало 4 колеса. Кстати, на грима охуенно, знаешь, что собирать еще? Даггер и этот. Я знаю, просто я не хочу покупать даггер. Я знаю, но у меня телескоп линзы, мне пока что нормально. Насчет Эзерила думал, как с Wi-Fi там купить, но... Там пиздец ебаных отламывается. Хелпа, ребят, потихонечку стягиваемся. Ну да, надо мид от... Бля, а ну-ка, что у меня там по байбеку? О, выкуп готов, так, погнали.
Бля, в узком проходе, конечно, против Луны опасно, но она вроде ничего не подозревает, правильно? Забирайте Аегиса, мне нахуй ничего не надо. Давай, Кана, погнали. Погнали, живи, заводим эту машину нахуй. Сука, блядь. Сейчас я буду и... А у меня даже смока есть, я в ахуе. Трахать в жопу. Просто с пушем, без смоков, без никуда. А мы вообще нахуй, ну блядь. Вот если мы их убиваем. Ноги видно, могут напасть. Осторожно. Да, кстати. Дадите, подожди. Бля, конечно, сторона вот эта, блядь, на топе, это пиздец. Можно было бы прям на боте попиздить. Сейчас СК будет врываться аккуратно. Да следите за ним, ебать. Блядь, я хуйню сделал. Я его прячу? Мне надо попрятать. О, байбек есть. Ой-ой-ой. Как долго эта хуйня длится? Ебанешься. Хорошо. Минус два. Бегишь? Плохо. Мега крипов, сука! Йоу! Хорош. Хорош, хорош, лучше, лучше. Соло. Сосать! А, мега крипов нет, все будут. Мне похуй. Блять, они не дадут. Я ручки дал. Зачем добил, брат? Брат, надо было так. Потому что брат, зачем было, кинул, брат? Потому что нужно было. Брат, подойди сюда, брат. Спасибо, братья. Аминь, сестра. Бля, я не знаю как, чтобы в драфте он был уместен, но мне, сука, надо сыграть как-то на инвокере. Мне надо, короче, замедлить передвижение вражеских героев. И я могу Магнуса пикнуть. И попасть способностью торнадо хотя бы по двум героям вражеским. Я сразу левел апну до 17-го. На УД попасть ультой по троим героям. Надо, я еще не выполнил. У меня, кстати, там, блядь, скоро левел апнется, и там будет пиздатая... Хуйня волчат, типа. Он будет говорить, я тебе... А, бля, что он будет говорить, сейчас скажу. Полет окончен. Я бы, блядь, спамил после убийств. Я, кстати, иногда спамлю вот эти фразы героя, типа, и мне, короче, вражеские мидеры пишут иногда, закрой уже ебало, то есть, типа, это излит. Я их в астрал постоянно прячу, блядь. Не изоляться, сколько никакой стрессоустойчивости. Люблю выводить их. Я прям, знаешь, я прям, сука, насыщаюсь этим, блядь, негативом. Вот так они страдают, я, блядь, как, сука, ебаный, блядь, Люцифер, нахуй, просто жру их души. Эмоциональный вампир, ебать, питаешься эмоциональными людьми. Да, это я. Это знаешь, как в фильме «Доктор Сон», где они, знаешь, убивают и дышат, типа, какой-то запахом хуйня. Запахом трупа вот этой хуйни. Эфиром каким-то, блядь, типа душой. Не запахом трупа. Эфир, да я хуй знает, я бы... Запахом трупа. Чисто, ты представь, реально, человек снул какой-то, да он взял так. Чисто там эти собрались, как это называют, блядь. Некрофил его. Бля, ведь есть такие люди, пиздец. Некрофил. Блядь, это что должно быть в голове, блядь, чтобы вот к такой хуйне вообще у тебя фетиш появился? Бля, может, микрофон мы настроим, блядь? Вроде я все настроил охуенно. Там в ютубчике видео, блядь, посмотрел. Все, блядь, заебись настроил, блядь.
Там она на 80, на 95 что ли стояла. Поставишь просто на 90 и будет вообще пушка. Блять, предустановленные. А чё хуй найдешь? Там вроде немного у тебя этих. Тут очень надписи, много. Там. Очень много. Я могу. А ты, кстати, это... сохраняй. Я, короче, делаю скрины и в папочку все скидываю. Скрины настроек. А, не тот стрим, блядь. Я когда винду меняю и что-то бывает забывается, я обязательно захожу в ту папочку и освежаю свою память. Это вот настройки просто вот... Нихуя себе, от нормально. Пользователя. Это только предустановленные. Это я, который кастомные делал сам. Это которые для микрофона. Там жестко, жестко. И вот... Ты поначалу, наверное, и ебался жестко там. И да, да, я сидел несколько часов. Такой, блядь, что, куда нажимать, сука? Ну, вот, смотри, да, будем сейчас, подожди, мы микрофон настроим, блядь. Ну вот сильный, яркий, громкий голос, нежный голос, сладкий порноактера, блядь, подумаешь, блядь, наушка. Подевай, блядь. Как я вас обожаю, как я вас люблю всех. О, вот это, в принципе, это... неплохо. Пойдем. Легкий глянец, вот. А вот до этого что там было? Нежный голос. А ну нажми его. М? А ну нажал его, да? Угу. А ну поговори что-нибудь. Да а что скажи... поговорить? А как у тебя погодка? Давай скажем так. А ты просто перечисляй микрофон, поиск других предустановок. Как там? Попробуй этих сладких французских булочек. Да, вот это вот. А вот этот чуть-чуть ниже. Легкий глянец. Это вот легкий глянец у нас. Ну, легкий глянец, в принципе, прикольно. Только нужно будет у тебя поставить громкость не на 73, а где-то 75-78. Ну, а как он звучит? Во, вот так заебок. Вот так заебок. Я имею в виду, он, как всегда, по-уебищному. То есть у меня была такая хуйня, то, что я приходил ну, в спортзал. Ну, как всегда, гейский вот так пойдет, в принципе. Не, давай я тебе... Не будем рушить, не будем рушить твой образ. Окей, хорошо, отлично, так и оставим. Не, у меня, повторюсь, была ситуация, я ходил в спортзал, и там была девчонка, которую я хотел дико подхватить. Девчонка, она была младше меня, и вот представь, я иду, я сам по себе внешность, ну, как бы, бля, пиздюк. Я не знаю, почему пиздюк, бля, тело мужика, склад ума гея, гачи-мученика. Знаешь, внешность лица, именно, знаешь, черты лица, там, я не знаю, блядь, лицо само по себе, голос. И внешность пиздюка. Двуликого маньяка. Да, да, да. Двуликого гей-педофила. Да, мы что-то с ней разговаривали, она мне говорит: так я тебе сколько, 15? Я стою, ебалом щелкаю. Это было год назад, чтобы ты понимал. Мне тогда было 19. Ты такой, ты что, охуела, 15? Я стою, я вот, у меня была жена, я сказала, ты что, охуела, блядь? Ей 16, мне 19, типа. Она видит во мне 15-летнего. Я такой, блядь, какого хуя, мне 19. Она такая, нихуя. Она видела в тебе 15-летнего, потому что она зациклена на этом возрасте, это ее фетиш, она хочет трахнуть 15-летнего. Я после этого стал рофлить над тем, типа, знаешь, я очень молодо выгляжу, значит, в старости я буду молодым, красивым и буду ебать ваших внучек всех. И внуков тоже, блядь, детей. Просто всех. По кругу, знаешь, блядь, на детской площадке. Прихожу, знаешь, в пальто, ебаяра. Голландский штурвал, блядь, крутить там буду вертолетик. Просто, блядь, ребята, нахуй вам кататься на карусели, у меня есть для вас другая карусель, качели, ебать. Ой, бля. Сука. А еще голос нежный глянцевый, да? Ебать ты глянец, блядь. Чувствуется, блядь, глянец, да-да-да. Ебать ты глянец. Ну ты меня рассмешнил, конечно, пиздец. Ой, блядь, ну все, Егорка, ты мой амбассадор, блядь. Амбассадор твоего стрима, да? Тебе в натуре надо, блядь, настроить ОБС, блядь. Ты говоришь, я не интересен. Ты, у тебя, знаешь, блядь, как бы это выразить, да? Сука, в словах. Я вроде не тупой, но сейчас я что-то туплю. Ну, у тебя, блядь, какой-то индивидуальный стиль речи, он не похож, он нетипичный, далеко не типичный, потому что я много с кем общался в Дискорде, в Скайпе, и, типа, какие бы там типы ни заходили, вот у тебя вот как-то оно, блядь, по-другому все строится. Гармонично, да? Не буду тебе комплименты делать, чтобы ты не расслаблялся. В меру долбоёб, в меру умный. Давай скажем так.
Не буду комплименты делать, чтобы ты не расслаблялся. Я не буду расслаблять жопу, она у меня всегда напряжена, ты чё, у меня когда в игре опять сейчас момент, будешь чувствовать себя так, будто тебя мартру, эти дети, мартру, дети в саду вылизывают. Вместо Свена Мартру пикни. Свена Мартру пикни. Почему да? Почему да? Ебать, ему надо подписаться лапчиха, ёбаная. Лобак. Лобак. Где мои деньги, Вазовски? Грязный Дэн, немытый Ларри. Сука, банил эту тварь, блять. Все равно, блять, взялась. Ебать, у него ник Дора Дура. И аватарка такая, блять, какая-то. С китайкой. Дора Дура, сука. Я сделала больно и покинула гей-чат. Чат-чат. Ура. Наконец-то там раздух. Наконец-то там раздухло, что? Да там, блядь, комарь ебучий, Вера его наконец-то прибила, нахуй. Вера должна давить Веру, сука, не убивать комаров. Хуйня какая-то, маньячка, реально. Ты говоришь, я маньяк. Ты смотри, ты, блядь, спи аккуратней, как я в лагере по карате, блядь. У меня стоит глаз блокит. Ёбнет мне по ебу, скажет, что там комар просто сидел. Плюс, плюс, плюс. Ножом. Пернет, блядь, под ребро, скажет, там комар бы хотел зарезать его. Я говорю, я, блядь, в лагере по карате... Таких-то там слов. В среднем употребляет, вот. И это говорит о твоей эрудиции там что-то. Эрудиция. Пизди его нахуй. Хуёво, что Мартрой не стал нам помогать. Блядь, на меня шо, ФБ сделают? Бля, я так и знал, серьезно. Сука, Мартра нахуй. Мартра тупая, пиздец. Чё, на Мартре просто взял и ушел. Он не стал давать даггера ластычкой. Ну, гандон, я ему репорт скинул. Мень, брат. Я ему заебашу. Наебашму, наебашму. Уже захуярил. Москва летит. Окей. О, Кана спиздишь на топе руну. Быстрее, 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 бат, быстрее. Отлично. Мы его убьем. Забери руну, главное, чтобы он не отхилился. Пойди, мы его ебнем сейчас. Или нет? Главное, что мы его отзвонили. Пускай пиздует на базу, блядь. Выродок. На нахуй! Пристрелил, ебать. Тупо ворошиловские. Блять. Кана, шо у тебя там в доме творится? Тебя грабят? Ты в доту играешь? В игру кальмара, блядь. Нет, а чё происходит? Как будто у тебя там кто-то перестановку мебели делает. Чё за рендж? Я не понимаю. Больше становится. Ух, ебать. Я меня спрашиваю. Мы с Адамом только приехали. Или когда ехали до города. Салям алейкум, салям алейкум. Ебать, я съебался. Вкусно. В пятером. Дурашки. Магнус за всю боль отомстил, да? Ага. Да-да. Надо еще Марси отпиздить.
хуйта идет. Нихуя себе. У меня все КД. Помимо импульс, блять, ебаный. Блять, она стаки еще заберет. Пизда. Пиздец, что за герой. Забавный. Блять, она стаки заберет. Обидно. Там бабка захаркает стакеть. Обозначь ему, что он вначале тупанул, блять. Что съебался, там ФБ наше было. Не, он меня в мут кинул. Магнус, скажи своему другу долбоебу ебаному, блядь, что он зарунил нам ФБ. То, что он съебался. Я уже сказал. Уже сказал, блядь. И не играй с ним больше, нахуй. У нас на районе, блядь, за такую хуйню ебальники. Я тоже просто... вот так думаю. Какие ебаные, блядь. Бля, не могу. Они, блядь, сплоченно играют, пиздец. Новый герой сделал им игру, потому что, блядь, ты вот видел, это. Блядь, она мои стаки забрала, она и троих забрала. Я даже разговаривает, сука, нет смысла, это ебаная обезьяна, блядь. Примат. Кто он, блядь, по нации белорус? Ебать, Магнус, он с Беларуси, я правильно понял? Вы в пати... Да, да. Пизда. Ебать, я как. Нахуй, ты его вживую знаешь, нет? Конечно знаю. Ебало ему разбей, блядь, потом. Уже. Надо для профилактики, блядь, повторно. Ебасосину подбить. Охраняй, блядь, пробитие ему сделай, сука. Анальное, блядь. Да он из дома не выходит, боится. У него дом есть, я думал, он, блядь, детдомовец. Что там, блядь, дом есть? Блядь. Нахуй, а зачем вот эти нахуй, мы так и так проебали? Либо, блядь, носками, сука, обоссанными пиздят, поебали, пока он спит. Просто, блядь, там, знаешь, восьмилетки подходят к нему, блядь, и хуярят его прям еудой по голове, блядь. Ты себе позволяешь. Ты выебывался, я тебе ебало. Разбил. Ты выебывался, тебе пизды дал, бля. Короче, он такой этот, танцует свои перед нами. Я взял мангус, кинул, блядь, на Марсе, нахуй, ебать, на его. На погиб под башню. Блядь, как много спама этой хуйни. Леш, я тут. Иу, сучки. А ты да, такой красивый молодой. Из Сибири, поебись со мной. А ты заебал, блядь, да ты заебал. Ебать, он еще и сосет так глубоко и далеко, нихуя. Блядь, меня бы так девушка сосала. Я бы так не женился. А что она делает? Не успеваю, блядь, дама. Типа... Не удовлетворяет тебе его? Ебут меня, помогите. Да, братан, тебя что-то часто ебут и не дадут. Еби его, блядь, брат. Сука, хук пожалею ему, так навоняю, блядь, ебать. Никогда не жалей, брат. Жизнь только одна. Ты что там орируешь? Что этот кат говорит тебе? Что-то тебе часто ебал, я такой, блядь. Ой, блядь. Я не удивлюсь, да, просто... Иди нахуй. Просто поставил твои диски, домашки, думаю. Блядь. Это было довольно смешно. Даже смешно. Спасибо, братья, что поднимаете мне настроение, и не только. Спасибо, что поднимаешь мне настроение, и член. У меня там что-то поднимается. У меня, блядь, в трусах что-то зашевелилось. Поднимаешь мой член. До тебя его никто не мог поднять, но ты избранный.
Ебать, тебе надо было аниме озвучивать там. У меня, бля, секира нахуй какая-то. Сука. Меч короля Артура, ебать. Который никто не смог поднять. 300 маны. Читает, он хочет меня. По глазам вижу. По губам, бля, читаю его. Вот такая вечеринка. По изгибу очка знаю, что... Сука! Шо, а, бля, 5-1, ебать. Мы амбассадоры этого рейтинга. Бля, чё, я тебя сейчас выебу, иди нахуй отсюда, блядь, заебал. А, крипочек. Крипочек? Думаю, как у меня сентря упала. Я шо укинул в астрал, ебать. Я потому что снимался в фильме... Как там? Астральный член? Космические яйца? Блять, как же этот фильм называется? А, ну, по-моему, так и называется, астрал. Все правильно. Сука, я думал, ты сейчас скажешь, астральный член так и называется. Ну да, все верно же. Разочисто разочаянная. Моя. Сука, все равно съебалась, тварь. Ну, давай. А куда они играют? Вот он. Ты скажи меня дома нет? А он сел, походу, на малину тут. Нихуя себе. Блять, брат. Успеешь, нормально. Он труп. Сосать нахуй. А, это месть за Кхана, сука! Ах. Хокшоты будут там лететь. Ебать, ты меня выхукал, пиздец. Из самой преисподней, блядь. Нахуй я летел, спрашивается. Блять, там есть ДД и файт, сука. И то нужно. А, у меня пиздец, понял. А тут еще кто-то был, да? Ломаю что-то. Бля, я так хотел ультануть кого-нибудь. Все посъебывались. Блять, я Сларка убил. Бать, как она успела, сука. Нихуя себе, она тебя щелкнула.
Ебать, он наглый, пиздец. В соло здесь был. О, его замедлили, крипочечки. О, я могу утонуть. Блядь, ну я ни одного килла не забираю, но ебаный в рот. Это происходит случайно. Я, кстати, последнего хотел оставить, но он, блядь, надо стараться убивать теперь. А то они, блядь, на лоху будут уходить. У тебя вся надежда, брат. Слишком далеко бежали, пиздец. Ебать, как он меня не заметил, не знаю. Свою ебало нахуй, понимаешь, меня обоссали на лайне, меня стелили все фраги. Меня не открыл, блядь, уебище, заткни свой рот нахуй, 30 минут. А нахуй ты бегаешь на меня, сын ебаной проститутки, пиздуй в детдом, блядь, чтоб тебя за лупой поебало, блядь, пиздили, сын шлюхи ты ебаная, блядь, завали свою хавань. Извини. Ну, вот, блядь, извинись нахуй, перед чеченцами, пока тебя, блядь, на колени не поставили, не выебали, как в детстве, блядь, как твою мать нахуй не выебали, собака ты сутулая, блядь, пизди больше 3-8, сын шлюхи. Ебало открывай, блядь, потом соси, ебало открыл соси, теперь соси, блядь. Какой ты конченый, блядь, соси, я не знаю, нахуй, блядь, соси. Хуже может быть, но 30 минут не купить БКБ, на 30 минут не купить БКБ, блядь. Ты ебаная собака, блядь, впитывай, не кричи, впитывай, соси, нахуй, соси, давай, высоси, блядь. Хорошо, о, блядь, прям накончало тебя полностью губки, блядь. Давай, я тебе губки надую, даже без операции будут, как у утки. Блять. Я боюсь рваться, там РП сейчас, блядь, залетит. Впитывай, брат, впитывай нахуй. Соси, братик, давай, соси, блядь, соси нахуй. О, как ты сосешь, классно. Ой, хорошо. Ой, давай, вебища. Соси. Ответить нихуя не можешь, блядь. Аргументации ноль, блядь. Соси, давай, да, блядь. Ебало, колывана, блядь. Иди нахуй отсюда, база. Не должен ты тут сидеть, блядь. Это не твое место, собака, блядь. Твое место у параши. Иди нахуй отсюда, блядь. Ебать. Из будки, блядь. Пиздуй нахуй отсюда, блядь. Из будки, давай, иди нахуй отсюда, блядь. Ебало, колывана, блядь. Твое место у будки, блядь. Иди нахуй, съебывай, блядь, отсюда. Ошейник сейчас наебало тебе натяну, блядь, я тебе сейчас ошейник наебало натяну, блядь, ты тяпкать будешь только на бомжей, блядь, обоссанных. Бля, не буду, блядь. Ебало, завали свое, блядь, таракан ты ебаный, блядь. Каким надо быть дегенератом, чтобы СК, блядь, пикнуть в таком пике, блядь. Нахуй иди отсюда, блядь, я говорю, из будки, блядь. Не заслужил, блядь, будку, на улице жить теперь будешь, блядь, под дождем нахуй спать будешь. Ой, блядь. Ссать под себя, блядь, будешь. Давай нахуй, собака, молчи, блядь. Му, блядь, меня. Ебало, блядь, тупорылая. Таракан, ты ебаный, блядь. Соси хуй, блядь. Кино, блядь, сид, пиздец, что-то подтирало, блядь. Тутос, ебаный, соси. Репорт получишь сейчас, хуесос. Высосал, блядь. Как он сосал, бля, мне понравилось. Я просто, я ему губки надул, как у блондинок, знаешь, бля, накачанные такие, блядь. По размерам, как мое очко, нахуй, накачанное, блядь.